турок, официант, окучивает пожилых немцев. Но тут это не удивительно, потому что отель был немецкий раньше. Плюс они еще с евро приезжают сюда, немецкие пенсионеры. И турок понимает, от кого можно получить чаевые. Подходит с ними, что-то говорит на немецком, обсуждает. Приносит напитки. Следит за количеством выпито, сколько осталось в бокалах, меняет их. К русским туристам проявляет меньшего интереса. В основном немцы. Ну, это понятно. Они туристы побогаче, тем более пенсионеры. Так, поговорить с ними, они ему в конце могут евро 5 отвалить. Некоторых это возмущает. А что тут возмущаться? Чаевые давайте. Он также будет к вам подходить, улыбаться, обсуждать что-то. А так ему главное понравиться. Потрепаться, что-то обсудить. Вы не думайте то, что он подошел к этим двум пенсионерам из-за их красивых глаз. Хотя немцы они прижимисты. Прижимистые, продуманные. Там он к другой немке подходил, она сидит, вон там чуть вдали. Тоже интересовался ее здоровьем. Вот что-то обсуждает. Дела насущные. Часто подходят так они, официанты. Ладненько. Заработает сейчас пару евро. Но это их работа. Кто в отельном бизнесе? Чаевые. Это нормально. Тоже оставляем.